В Жамбылской области имеется ряд системных экологических проблем, волнующих население. Первое. Вокруг города Тараза размещены отходы ТО «Казфосфат» фосфогипс. На сегодняшний день существует два отвала, где накоплен фосфогипс объемом более 16 миллионов тонн. Планируется ввод третьего отвала в 20 километрах от областного центра. При этом необходимо отметить, что фосфогипс может быть использован в качестве удобрения в сельском хозяйстве, а также для строительства автомобильных дорог. На сегодняшний день на указанной цели использовано 140 тысяч тонн. Второй вопрос – это выбросы в атмосферный воздух от крупных предприятий. Контроль за выбросами. Департамент экологии по Жамбылской области регулярно отбирает пробы воздуха за пределами санитарно-защитных зон крупных предприятий региона. Кроме того, в соответствии с нормами экологического кодекса, объектам первой категории в обязательном порядке необходимо внедрять автоматизированную систему мониторинга эмиссий. Как отметил спикер, в целом экологическая ситуация в Жамбылской области стабильная. Объем выбросов за 9 месяцев составляет свыше 40 тысяч тонн. В дорожной карте по решению экопроблем Жамбылской области на 2020-2024 годы предусмотрено 15 мероприятий. Из них исполнено 10, не исполнено 4, одно мероприятие исключено. В августе месяце дорожная карта актуализирована и содержит 25 мероприятий, которые в настоящее время исполняются. Кулеш Умурзакова, Нуркадыр Улимхан, Азамат Бескенов, 77 News.